Ну, теперь, если мы поговорим о законе, который вот вводится сейчас по борьбе с коррупцией, с хищениями и со штрафами, и с всякими отсидками от 7 до 15 и так далее, я, честно говоря, не убежден, что это принесет пользу и сдвинет вопрос коррупции с места. У меня есть своя формула, к сожалению, отрицательная. Что такое борьба с коррупцией в нашей стране на сегодняшний день? Простой пример. Человек приходит к чиновнику и говорит: ваш заместитель за совершенно нормальные чистые документы, за подпись потребовал от меня 250 тысяч долларов. Я требую его наказать. Чиновник говорит: у вас есть все доказательства? Да. У меня есть и видеосъемки, и запись, все у меня есть. Да. Тогда мы его накажем, говорит чиновник. Ну, вам это обойдется в 300 тысяч долларов. Вот и вся борьба с коррупцией. Для меня ясно одно, что чем строже будут приниматься меры по борьбе с коррупцией, тем сама стоимость этой коррупции будет возрастать. К сожалению, здесь нужны какие-то другие меры. И вот тут, я считаю, должна быть жесточайшая, честнейшая вертикаль.